Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соседов. Я китаист, практикующий каллиграф и преподаватель базового курса китайской каллиграфии Кайшу. Наверняка многие из вас уже имеют некоторое представление о китайской каллиграфии, но все же, что же такое кайшу? Кайшу – это один из пяти основных стилей китайской каллиграфии. Этот стиль на данный момент является основным и официальным, и он сохраняет этот статус уже более 1300 лет. На основе кайшу разработаны все современные китайские компьютерные шрифты. Именно с изучения стиля кайшу начинает свой путь любой современный каллиграф. Стиль кайшу – это стиль, в котором черты иероглифов пишутся отдельно, одна от другой, и пишутся очень четко. Поэтому начнем мы изучение курса с изучения техники написания отдельных черт. Я буду обращать ваше внимание на типичные ошибки, которые допускаются при исполнении данной техники. Также уделю внимание каким-то отдельным местам, на которые стоит обратить отдельное внимание. Также в качестве бонуса в ходе курса вы сможете попробовать написать ваши первые иероглифы. Все эти иероглифы будут несложными по своей структуре, а также будут состоять из черт, которые вы только что изучили. Конечная цель курса заключается в том, чтобы вы овладели базовой техникой данного стиля кайшу, умели понимать его особенности и успешно писали основные иероглифы. Я приглашаю вас всех принять участие в данном курсе. Записывайтесь и увидимся онлайн.